Сегодня утром в 8 часов 57 минут поступило сообщение о том, что в жилом комплексе Куркем произошло обрушение металлоконструкции на строительной площадке. На момент прибытия спасателей под завалами были четверо людей, которых спасли спасатели, извлекли из-под завалов. На месте работали 5 бригад скорой помощи, которые оказывали помощь пострадавшим. По предварительным данным, на момент всего пострадало 18 человек. Жертв нет. Двум свидетелям обрушения оказана психологическая помощь психологам департамента. Значит, на ликвидацию ЧС было задействовано 5 единиц техники с департамента и 37 человек личного состава. И Центр медицины катастроф, 2 единицы техники и 18 бригад скорой медицинской помощи. На данный момент на месте ЧС работают спасатели, представители городского акимата. Значит, еще известно, что из 18 человек, пострадавших сегодня, 11 человек госпитализированы. 7 человек после обследования отпущены на амбулаторное лечение.